Здравствуйте, ребята, а мы снова вернулись в Repair This. Зачем мы сюда вернулись, спросите вы? Да потому что там какие-то новые персонажи были добавлены, по крайней мере, так разработчик пообещал в обновлении. Ну, там такое небольшое. Небольшое минорное обновление. Вот, плюс тут же есть еще какие-то новые концовки, а игра приколдесная. Ну, короче, захотелось вернуться. Поэтому погнали! Это второй заход. Попробуем сделать все не так, как мы делали в первый заход, и посмотреть, что из этого, собственно, будет. Здравствуйте, Лариса. Так, у нас деталей примерно ноль. Хорошо. Здравствуйте, Луи. Бонджорно, я представляю профсоюз мастеров, необходимо проверить твое оборудование. А, да, я помню вас, да. Сейчас нам расскажут быстро, как все подключать. Вот. Да, давай, починю тебе. Давай. У меня запчасти нет. Дай денег. Получилось, да. О, он мне, кстати, больше дал денег. Он мне дал больше денег, чем надо. Писали мне в комментариях, что можно класть деньги мимо кассы, если клиент ушел. Так, ну это какая-то Лесли Уварова дорогая штучка. Ах, так жарко тут. Горничная пролила воду на мой телефон. В любом случае, я планировала ее увольнять, хотя это вас не касается. На ней кулон с рубином 5 карат. Да я помню, у нее iPhone. У нее iPhone. Я тебе починю за 3 часа за 470. Могу прийти чуть пораньше. Ну, приходи. Что там ей нужен? Основная плата на S-очку, да? Так, основная плата за час. Давай. Я уже и забыла, как здесь все дорого. Здесь, кстати, есть же грабитель, да? На чаевые. Ну, на... Есть грабитель, поэтому прям много денег оставлять, как будто бы даже жалко. Мустафа Аль-Сахар. Салам, о, великий мастер ремонта, тут проблемы с моим драгоценным телефоном. Он стал делать какие-то некачественные снимки, попробую разобраться, дорогой, любые деньги заплачу, только. Конечно, некачественные снимки, да, за 3 часа, давай. Камера на S-очку. Камера на S-очку. Здравствуйте, Джей Кроссовер. Здоров, приятель. Это, кстати, был у меня. Мы тут в баскет рубимся на соседней улице. Закинул клевый слэм-данк, но вот приземлился я на свой зад. И как назло забыл выложить мобилу перед игрой. Починишь, пока мы доиграем матч. Только 3 часа могу починить, потому что в наличии нет. А, нормально, да? Все хорошо. Так, дисплей на М-ку. Дисплей на М-ку. Все, деньги кончились. Вам заходил очень импозантный. Олеся, доченька, позабыла свою родную деревню. Понятно. У нее лысый кот, потому что она богачка. Лысый кот подчеркивает статус. Здорово, Руслан. Алексей. На-на. Иди. А вот и я. На. А обслуживание у вас так себе? Так ты 5 звёзд же оставила. Странная она какая-то. Прекрасное качество работы. Обслуживание у вас так себе, но поставлю 5 звёзд. Кто разбил твой золотой кальян, это не я. Жади, куда пропал Лукас? О, это отсылочки. Это отсылочки к этой самой Жади. Это клон, наверное, да? Напишите в комментариях. Так, дайте-ка я сейчас быстренько проверю, все нормально, да? Ага.
Что-то никто не уходит. Я хотела мимо кассы что-нибудь положить. О, это мой этот арендодатель, господин Ли. Хозяин этого помещения, оплата аренды каждое воскресенье, один день стоит 250, так что не забудь подготовить клевер-коины. Иди, иди. Так, электроэнергия пока все нормально. А где календарь-то мой? Таня Карапузов. Привет, уфигачил тикток с пацанами, камера накрылась, не стоило шутить с петардами, фиксанете. Слушай, ну у него дорогой телефон-то. Ну фиксану, да, давай. Тиктоки снимает, значит, у него есть деньги. Так, камера на М-ку. Давай. Я тут немножко подзаработала за первый свой день. Пока нет каких-то сложных жизненных выборов, где нам нужно как-то по-другому поступить. Что там у Санька? Бабушка. Саша, где тебя носят на ужин котлетки с пюрешкой? Макарошками? Нет, с пюрешкой. Пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу. Может, на завтра заказать, кстати, что-нибудь? Деньги есть, можно дисплеев заказать. Они почему-то всегда самые ходовые. Вот закажу дисплей пока. Бернард Парфанович, у вас тут же ремонт? Наверное, дорого. А может, дайте мне паяльник и отвертку, я сам все починю? Ладно, я понял, тебе конкуренты не нужны. Приходил ко мне такой, приходил, да. Пусть дисплеи будут. Здоров, Санек. Мам спалил, что телефона нет, сказал, что другу подогнал на денек. Дядь, фиксанул? Фиксанул. Иди. Все, да? Домой, получается. Завершить день. Окей. Чем мне Мишаня привезет? Найдена странная дама, которая утверждает, что послана из иных миров. Иных. Привет, Мишаня! Ты только открылся, а я вот подрабатываю доставщиком в этом районе. Переехал в метрополис с родителями в этом году. Вот, держи, все, что заказывал, принес. Спасибо, Мишань, спасибо. Красавчик. Так, вот такого я не помню. Ян Байнами. Привет, я только что со скалодрома так высоко забрался, на одном из подъемов телефон выскочил, разбился экран. Зачем я его вообще с собой взял? Сможешь починить? Мне он очень нужен сегодня. А у меня, кстати, есть экран. У меня ведь есть экран. Я тебе починю за час, но за 400... Ну, блин, за 370, ладно. Там прослушка? Хорошо, я узнаю. Так, давай сразу закажем на S-ку дисплей на завтра. Что там, прослушка? Он скалолаз, откуда у него деньги? Нашел летний бар, там очень сытный плов. Вступаю в нашу секту. Скоро поеду на лекцию про мифологию драконов. Когда пойдем в кальянную. Ну, типичный, да, этот спортсмен? Здорово, мистер... А, привет, парень, я из отдела 7, конечно же, ты о нас не слышал. Готов послужить на благо родине, а заодно подзаработать деньжат. Давайте откажемся. Все, отказаться работать на правительство. Правильно, нечего. Федор Златовласов. Здорово, а раньше тут не было мастерской, только цветочной. Вообще-то я за букетиком шел, нужно успокоить жену, но ты понял. Нормально хоть делаешь или такси? Ладно, раз уж я здесь, телефон от пыли протрешь, еще потертости сзади какие-то, не замечал их раньше. Ну, вообще, дорогая, у него тут мобил-то. Ну, давай, за 3 часа. Пончикову, иди, иди. Конечно, куда ж без пончиков. Так, задняя панель на S-ку. Задняя панель. Нет, прослушки нет. По стоимости дешевле, чем в других сервисах. Вот так-то. Это потому, что не стала цену заламывать. Рави Бачан. Приветствую, многоуважаемый, танцы, моя страсть в чувственном порыве. Потерял контроль над телефончиком. Много дать не могу, почини подешевле. Или, может, бесплатно сделаешь как другу. Ну, это да, где-то дешевая мобилка. Динамик. Ну, давай, за 160.
готов подождать. Динамик на Ашку, пожалуйста. Господин Хуфикли. Нихао, вспотел, пока добрался до этой конуры, у меня тут пышечная на углу, я ваш сосед. Отремонтирую побыстрее и подешевле. Не бывает невкусных пончиков. Побыстрее, подешевле, ты смотри каков. Ну, за 280 за 3 часа. Это не быстро и не подешевле. Ну ладно, Фуфику. Так, динамик на М-ку. Угу. За час, да. Здорово, Ян. Угу. Давай, давай. Федор, это каков? И. Флирт фиаско дот лох. Понятно. Чудо-пельмени. Фоткает еду. Блин, какое прикольное одеяло. Мне бы такое. У меня, кстати, знаете, что есть? У меня есть такая, как мягкая корзина. Ну, типа, ну, не для белья она, для... Ну, для чего угодно, короче, корзина. Вот, 23. Ой, ну на, на. Там можно хранить что угодно. Она в виде акулии башки. Ну, то есть там вот такая вот из... Такой материал, типа как войлок. Такая вот штука. Там вот такие сверху зубы, и ты туда кладешь, как будто в акулу. Здравствуйте, Федя Сатурн. Ну, привет! Дружище, телефон в ремонт куда можно сдать? Сильно не торопись, я сегодня выступаю. Без меня шоу не может начаться. Понимаю, понимаю. Давай, за суточки тебе сделаю. Так, Фредди, да? А, основная плата на эску на завтра. Основная плата на эску на завтра. Так, здорово, как пышки? Купил жене ванильных пышек. Так, Петрович. Добрейшего дня. Разложили партию в нарды с Иванычем. Старый пес проигрывать не умеет. Все скинул со стола в ярости. Мой телефон туда же, эх, не работает теперь. А я в электронике молодежной ничего не понимаю. Петрович, сделаем тебя по дешевке. Не переживай, за 3 часа. Приходи. Не понимает ничего. Ну чё, основная плата на аху. Так, вернулся. Не хватает музыки. Забирай. А что, я не починила, что ли? А что случилось? Я забыла починить телефон? Пока болтала или что? Бабушка Соня, здрасте. Всем здравствуйте, дома очки забыла, еле аптеку нашла. Дайте мне, пожалуйста, Нурофен, валерьянку для Тимофея, моя звездочка 14 штук. Ничего нет, что за странная аптека? А зачем вам моя звездочка 14 штук? А я чё, блин, не починила? Я что-то на завтра, что ли, заказала? Перепутка? Я перепутка? Интересно. Походу, да, я что-то на завтра заказала. Ну ладно. Ну что поделаешь? Ух ты, каков. Артём. Так, это Петровичу. Пень вклад. Котик у него там есть. Эленор. Странные какие-то контакты у Петровича. Так, я на завтра заказала, да, дисплей на эску? Да. Окей. Можно еще что-нибудь заказать на завтра? Кто-то еще сегодня придет? Непонятно. Так, Петрович, забирай. Опрятный молодой человек, это я. Я просто не хочу много денег оставлять вообще везде. Чтоб меня не убил грабитель случайно. О, бомжара. Гарри бездомный. Эй, друже, одолжи полтишок. Ну на, иди.
Пообещала делать все не так, как в тот раз, но не могу Гарри отказать. Слишком уж он хорош. Пертяка. Так, все. Закрываем предприятие. Блин, сегодня день оплаты аренды? А где мой календарь? У меня же должен быть календарь. Мишань, давай, давай. Проверки сегодня? Все понятно. Хорошо, спасибо. Анатолий Железный. Сейчас, погоди секунду, я починю тут. Что случилось? Эй, парень, мне нужен ремонт моего средства связи. Необходимо незамедлительно отремонтировать. Ну, если незамедлительно. Но в наличии нет, за 3 часа. I'll be back, говорит. Так, Анатолий, на М-ку основную плату. Все, денег нет. Сижу такая. Элизабет Дрю. Доброго вечерочка. Вам дизайн вывески стоит поменять. Если что, позвоните. Телефон, кстати, вот крышка отваливается, приклейте. Визитка, точно-точно. Так, крышка, да? Ну давай, за 3 часа попробую. Попробую, если сейчас придет чувак, и я успею заказать, то может быть у меня получится. Задняя панель на эмочку. На сколько стоит? 110. Но за час будет 160. Что там у Анатолия? Доставка. Сара. У меня 3 дочки и песик. Не, ну этот хотя бы у него тематические фотокарточки. А не лысый котик там или тачка какая-то непонятная. Так, ну приходите у меня, заберите что-нибудь, мне надо починить. О, чел с тостером, иди, Алёша Шаталкин. Убери свой тостер, блин, я тут не тостерная, я телефонная. Блин, успею я починить Элизабет или не успею? Будет очень неловко, если не успею. На-на-на. Так, задняя панель за час. Быстро, быстро вези. Скорей. Джессика Декольте. Эй, привет, еле нашла сервис. Блин, она пришла. Она пришла. Я такая растяпа, мне срочно нужна ваша помощь. Блин, давайте постоим, потрендим. А можно мы постоим, потрендим пока, потому что заднюю панель еще не привезли? Красила губы, забыла, что телефон в руке. И я не буду жмякать. Я буду ждать доставщика. Или уже не получится. Запуталась в пальцах, и бац, моя мобилка уже на полу. Да-да-да, очень интересно, ты все рассказываете, да. Цена не имеет значения, главное, чтобы быстро. Угу. Вон курьер, курьер, курьер. Есть в наличии. Давай, за час тебе сделаю. Пойду на ноготочки, иди, иди. Там курьер, я видела курьера, он вот тут уже был. Где моя задняя панель? Блин, доставка. Мысленно упаковывается. Мысли упаковывается. Почему так долго? Это же доставка за час. Я искала, что в течение 3 часов. Иди, иди, иди. Здравствуйте, блин. Ты очень вовремя, курьер Павел. Что они мне закрывают все время, жалюзи мои? Федя Сатурн, здорово. Здорово. И ты привет. Да, 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 все в порядке. Берите. Лоханулась. Там сервис пришлось искать.
Так, мамочка Карапузов, Антонина Станкович. Здравствуйте, отремонтируйте телефон для мамочки. Непоседы заслюнявили его так, что перестал работать. Постарайтесь, чтобы данные сохранились, там фото моих деточек. Понятное дело. Ну, за 3 часа. Почему так дорого, я же мать? Ну да, что-то я не подумала. Что-то не подумала, ну ладно. По-моему, она в прошлый раз тоже ушла. Представитель банка. Пеньков банк, да-да-да, иди отседова. Представитель банка, цыган какой-то, с золотой цепью. Игнат Лопатников. Здравствуйте, видите ли, мой телефон не играет рингтон, а я ведь в поле работаю, мне нужно поддерживать связь с семьей и с соседями, разберитесь, что с ним случилось, только не тяните. Ну, за 3 часа могу тебе починить. За 3 часа могу починить, за 190, как фермеру. Потому что хочу поддержать сельское хозяйство. Нижняя плата на Ашку. Нижняя плата на Ашку. Не, на за час, давай. Здорово, здорово. 3 недели, а потом съезжай. На. О, Хайзенберг пришел. Мистер Лимон. Привет, парень. Я работаю поваром в соседнем ресторане, мне нужно починить телефон, в нем все рецепты, а мне нужно варить. Понимаю, да, варить. Варить это важно. Я тебе за час починю. За час починю, за 440, я знаю, у тебя есть деньги. Жадный козел. Ты жадный козел. Знаю, что он там варит, у него очень хорошие клиенты. Варево его покупают. Зажал денег. На благо бизнеса. А я еще и козел. Да, уже все готово. Приходите к нам еще. Мы сейчас, кстати, можем вывеску купить. А можем купить не фиолетовую, как в тот раз, а какую-нибудь другую. Вас скоро выгонят на улицу, а ведь вы только привыкли к этому месту, все идет наперекосяк, куда дальше двигаться. Давайте накопить денег, уехать в теплую страну. Вы мечтаете о солнце, мягком бризе, горячем песке, а рядом с вами прекрасная спутница. Остается накопить денег и осуществить план. А, вот, теперь выдали календарь. Ну вот, сюжетная развилка. Окей, окей. Так, дизайн. 350, ну пойдем. У нас вот был фиолетовый. Давайте пусть будет зеленый. Так, и надо еще заплатить по счетам, да? Рекламное агентство. Только сегодня. Блин, ну... Что им так мне нужно? Авиабилеты, аренда жилья и оформление визы. Хорошо. Так, Эдди. Привет, мой телефон не работает, ума не приложу, что случилось. Думаете, сможете починить, мы вечером вернемся. Да, приходите, приходите. Модель А, основная плата. А что я, кстати, взяла себе работу, если у меня денег нет? Новый фильм ужасов бьет все рекорды. У меня денег-то нет, на что я буду покупать? Сейчас только если придут и что-то закажут из того, что у меня есть. Слава Бабников. Здорово, Шпендель. Меня зовут Славик. Я Казанова, вся метрополиса. Все местные тёлочки меня хотят. Правда, многие из них стесняются, не подают вида. В общем, у меня к тебе предложение. Будешь выполнять для меня поручение. Телефончик красотки, передатели, фоточки интересные. А я тебе вознаграждение. По рукам буду писать тебе задание. Помню, помню тебя, Славик. Так, это Децибел. Приветики. Хотела сфоткаться для сайта знакомства. Камера не фоткает. Что можно сделать? У меня, кстати, по-моему, есть камера. У меня есть камера. Давай, я тебе за час починю за 310. Мы с ней не будем в этот раз мутить. Мы это замутим с другой девчонкой. Игорь там. Здравствуйте, вы покупаете телефон, и что-то сломалось. А, денег нет. Извини. Извини, друг. Мне нужны клиенты на то, что вот у меня уже есть. Так, на. Позвонить, если скучно, да, да. Я действительно могу. Основная плата на Ашку. Так, основная плата за час. Давай. Вези. Только быстрее, меня люди ждут. Боб Голубь. Добрый день, музыка совсем перестала звучать, только в наушниках работает. Может быть, сел динамик?
Есть в наличии, кстати. Давай, я тебе починю за час за 160. Мне деньги нужны очень сильно, поэтому мне нельзя, чтобы ты ушел. Так, Мерлин Филлипс. Здравствуйте, не могу телефон зарядить, попал под дождичек, может просто в рис надо положить. Не надо. Точно не надо. Так, нижняя плата. Ну давай вот так. Иди. Так, это последний, да, у меня? Основная плата, курьер паркуется. Все хорошо. Значит, мне нужна нижняя плата на Ашку. Здравствуйте, хотел сделать фото своих усов. Вдруг телефон упал на землю, теперь не работает. Почините, только не поцарапайте. По-моему, у меня есть, кстати. Так. Ну, за час, да, давай. Так, здорово, Валентин. Ага. Так, это починить нижняя плата на Ашку. Нижняя плата за час. А, денег нет, ясно. Ждем. Нижняя плата на Ашку. Везите быстрее. Горю тут вся. Вся горю. Так, я тебе, по-моему, починила. Иди. Иди с миром. Давай, давай, Олег. Все. А мы, кстати, перестали смотреть, что тут. Нарисовал новую картину. А кто такой? О, Дуолинг. Могли бы и подешевле. Ну, знаешь ли. А ты мог бы не ломать свой телефон. Горячие туры на острова любви. Как на работе поймали кого-нибудь, нужны деньги очень. Жена. Банк, больница. Чувак живет насыщенную жизнь. Здравствуйте, Натя. Отлично. Гоги Беридзе. Гамарджоба, уважаемый. Зарядка нет. Мне такси надо работать. Работать без карт нельзя никак. Ты прав. Ты прав. Но за час я тебе не починю. А он, наверное, за 3 часа не захочет. Или захочет. За 3 часа захочешь? Нормально. Так, нижняя плата на М-ку. Не буду, наверное, пока ничего заказывать. Хотя, блин, дисплей можно заказать. Сергей Шуршалов. Привет, посмотришь мой телефон, не понимаю, что случилось, перестал включаться, а мне вечером должен поступить важный звонок. Ну до вечера, я думаю, починим. Давай. Так, дисплейчик, да? Ну вот как раз. Вот как раз дисплей на М-ку. Так, пришли. А я вам починила, кстати. Курьер Валентин. Угу. Курьер Валерий. Все, это я починила. Я думаю, что больше сегодня уже никто не придет. Давайте закажем дисплей на М-ку и на С-ку на завтра. Точно пригодятся. Интересно, как моя зеленая вывеска работает? Так, чел с хорьком. И все, да? Я так понимаю, что никто больше не приедет. Вот это вот, кстати. Бар для отдыха, точно. Я зайду. Я зайду. Это потенциально, по-моему, еще одна девушка. Ну, у Децибел папа мент. А у этой кто? А что за телефон? А, это телефон как раз Децибел, да? В бар. Пойдем в бар, пойдем.
Так, в баре вы замечаете девушку, которая оставила флаер сесть в зону, где работает Луна. Луна была очаровательна, даже нашла время, чтобы посидеть с вами за одним столиком. Перед уходом вы обменялись номерами телефонов. Потрачено. Ну, понятно. А что, мы не стали еще? Мы еще не затусили? Налоговые проверки, все хорошо, Мишань, спасибо большое. Спасибо. Ну, денежки есть, даже детальки какие-то есть. Ух ты какая, диджей Вайлет. Эй, привет, вчера был невероятный концерт, все взорвались от энергии. Меня начали узнавать на улице. Я даже начинаю ощущать себя знаменитостью. Я так обрадовалась, и угадай что? Правильно, я снова уронила свой телефон. Выручай, мне теперь нужен больше обычного. Не, ну если ты прям селеба, я тебе за 370 за час починю. Прям если селеба. О, диджейские сеты, смотри. Пластинки будут доставлены с задержкой в 2 дня. Вечеринка с мохито. Сколько стоит заказать тебя на вечер? Понятно. Обратная сторона популярности. Все думают, что могут заказать тебя на вечер. Татьяна Капитальская. Итак, здравствуйте. У меня очень серьезная проблема. Мне срочно нужен мой телефон в рабочем состоянии. Я работаю бухгалтером в крупной компании. Серьезная дамочка. Но я тебе могу за 3 часа починить. Это максимум. Крайне важно. Не, ну если важно. Если прям важно. Нижняя плата на S-ку. Давай. Дакота Ягода, была такая. Hello, у меня что-то случилось с крышкой, пока чините, принесите один мохито клубничный, пожалуйста. Бля, как отсаться. Мохито ей. Задняя панель на эску. Что-то все какие-то богачи сегодня приходят. Эсками. Здорово. Увидимся. Вполне довольна результатом. Тоже. Елена Темная. Ой, устала. Уже 3-й сервис посещают, у запчасти нужно нет. То обещают починить за несколько дней. Вы-то нормальные, надеюсь? Телефон перестал заряжаться, посмотрите. Ну, мы нормальные, да. Дорого. Очень дорого для девочки с гитаркой. Так, Альбина приходила. Телефончики тут чинят, уронила в унитаз. Да, бывает такое. Ну ты не бойся, я его почистила и просушила, правда, не помогло. Возьмешься за работу, я заплачу. Но за то, что ты его уронила в унитаз, как бы, дорогуша, цена будет повышенная. Так, нижняя плата на S-ку. А, Дюдя? Чувак, обрисую ситуацию. Бандиты приходили требовать деньги. Помочились на ковер. Телефон утопили в толчке, прикинь. Короче, мне нужно позвонить, реально починить, недорого. Ну да, реально. Разбуди меня, когда будет готово, буду в парке. Нижняя плата на Ашку. Так, все, Дар, спасибо. Жопа Корги. Психиатр. Анжела соседка. Молодой человек, живу в доме напротив, знаю все и про всех. Даже не вздумаю устраивать тут притон или какой-то балаган. Буду без разбирательств полицию вызывать. Хорошо, хорошо. Ладно. Мы продолжаем поиски Лины, не мешайте нам работать. Фоточка из души. Блин, Славик этот, конечно. Пытались подсунуть неисправные детали, ты охренела, что ли? Ты сама не захотела платить за исправные. Ну, капец. Курьер Андрей. Курьер Андрей. Так, бухгалтерша пришла. Ну что, холоп починил ведь? С каких пор бухгалтера так общаемся с людьми? Вообще не поняла, что ты приколдес. Неплохо, но мохито так и не подали.
Интересно. Здорово, Гарри. Давай, давай, Гошича, давай. Буду за ним следить. Так, девчуля, бери. Это тебе. Что случилось, Гарри? Соточку одолжить? Да на, на. Так, Лебовский отдали. На 5 звезд, спасибо. Перестал пахнуть мочой, теперь надежен, как швейцарские часы. О, ссылки в отзывах, приятно. Потом билеты 2200, 2500 и 1900. Понятно. Все очень дорого. А я еще без задания от правительства. Вдруг у меня не получится, меня просто выгонят на улицу. Баб Дина. Здравствуйте, внуки звонят, а я не слышу. Сосед говорит, сходи в сервис, сломал, небось. Не могла, я не делала ничего такого. Проверь, скажи мне, милок. Так, динамик. Ну, починю, баб Зин. Починю. Динамик на Ашку. Все, в Абзине починили. Давай закажем дисплей на эску на следующий день. И закажем камеру на Ашку, например, да? Тоже на завтра. И... Что тут еще? Да что угодно можно, на самом деле. Заднюю панель на эску давай. На завтра. И все. Пока так. Так, Бабзин, бери. На 5 звезд. У мастера золотые руки и доброе сердце. Это я. Это я. Так, давай Луне позвоним. Свидание с Луной. Возможные траты 300. Сегодня у нас свидание с Луной. Чем ее удивить? Подарить цветы, купить мороженое. Начнем с мороженого. Вы прекрасно прогулялись по вечернему парку, вели интересные беседы, узнали друг о друге много нового. Похоже, что Луна теперь ваша девушка. Одна кошка-жена. Засуха надвигается на полуостров, ожидается увеличение загорелых людей. Ух ты ж, какая рамочка. Здорово, Лоренс Макданс. Отлично, у вас тут музычка. Выронил телефон из кармана, теперь кроме классики ничего не играет. Сможете починить? Заводной апельсин. Так, ну давай, да, смогу. Торопись. Ну поторопись, не знаю, как бы, что насчет торопись. Динамик на Ашку. Так, Мишань, здорово. Налоговые проверки. Все хорошо, принято. Котик накрылся на мобиле моделька S. Хорошо, закажу тебе котик. А у меня есть, кстати, камера. У меня есть камера на S-ку. Давай на завтра закажем просто. Чтобы она была в наличии. А этому я сделаю. А чё, как тебя зовут? Подожди, Чарли? Арли. Михаил Бегемотов. Ах, это место пробуждает во мне столько приятных воспоминаний. А тут можно у курьера сразу? А, можно, да, отпустить? Всё, отлично. Знаете ли вы, что раньше здесь был магазин? А, прекрасная Маргарита, точно. Порхала каждый день. Времена меняются, не успеешь оглянуться. Мастер, я же к вам по делу. Мой телефон сломался, кажется. Давай, давай. Так, ну... Это этот, смотри, это грабитель. Грабитель, это грабитель. Давай так. Это грабитель. Запоминайте его лицо. Динамик на М-ку. Что ты смотришь? Ух ты, какой. Можно заднюю панель на Ашку заказать на завтра. Блин, денег мало. Зря я. Ну ладно.
Лысый, короче, с носом с таким. Это грабитель. Вот он. Интересно, подскажете, сколько время? А есть у вас пожарный выход? Ну, я пошел. Это он. Это грабитель. Эшли Кулер. Привет, вчера была тренировка, я упала с лошади. Со мной все хорошо, не беспокойся, что не скажешь о телефоне. Сможешь починить? Раз она каталась на лошади, значит она богачка. Починю тебе за час, за 470. На лошади катаешься, а 470 не можешь заплатить? О, нравы. Я, например, на лошадях не катаюсь. Я, блин, коплю на визу. Проклятая. Привет, сосед. У меня тут рядом парикмахерская. Почини телефончик, камера что-то барахлит. Сегодня сможешь? Да, могу. За 3 часа. Камера на Ашку, да? Отец Лука. Здравствуй, добрый человек. В церковном саду готовился к вечерней службе. Отвлекся на дивное птичье караоке и выронил свой телефон. Можете помочь восстановить? Важно быть на связи с божьими созданиями, понимаете ли? Не, ну, это, конечно, у него, да. Ну, блин, у священнику. Заламывать цену как-то не по-христиански. Так, задняя панель на Ашку. Задняя панель на Ашку за час. Чарли Мартинес. Здорово, братюнь, писал тебе сегодня. Гулял тут по городу, хотел купола сфоткать. Камера не запустилась. Сделаешь? Да, помню тебя, помню. Сделаю тебе за час, давай. Поторопись, бру. Мне что-то кажется, что наидороже бы повелся. Ну. Зато за час. А то б ушел. Сказал, я ж просил побыстрее. Давай, курьер Павел. Чё, братюнь, какие дела? Да на, на. Да, надо было ему подороже заломить. Ну ладно. Мне не нравится с закрытыми жалюзи. Неприкольно. Так, доктор Игорь Личевский, погодите. Необходима экстренная помощь. А чё он сразу написал? Алекса Барнс. Так. Так ты только что мне отправил сообщение, Личевский. У меня нет, к сожалению, не смогу. Алекса Барнс. Хорошо, поищем. Может, у вас есть телефон Алексы Барнс? Сейчас, сейчас, леди, сейчас. Нет, у нее нет. Да-да, бери. Здравствуйте, отец. Так, я заказала заднюю панель на Ашку, да, заказала. А можно динамики позаказывать, наверное, да? Не знаю, есть ли в этом смысл прям какой-то. Сильный. Или может лучше копить? 1750 надо. Ладно. Завершаем день и завершаем здесь нашу серию. Увидимся, получается, уже в следующей. Надеюсь, вам все понравилось. Не забудьте про лайк, если так. А я с вами прощаюсь. Всем пока.